Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Подведены итоги конкурса «Любовь года». Победителями стали Никита Кузнецов и Дарина Маркина. «Это был сложный этап в нашей жизни», – пишет Никита, – «но мы с ним справились и вышли победителями, благодаря нашей любви и вашей поддержке». Участники проекта публикуют много фотографий с финала. В финале конкурса Никита, а также Захар Саленко и Сергей Кучеров прошли тестирование на детекторе лжи. И детектор показал, что все три парня изменяли своим девушкам. У Захара было волшебство с Катей и Жужей, Никита изменял с Женей Алаевой, и Кучеров спал с бывшей девушкой, когда ездил в родной город. Между Захаром и Лерой произошла драка из-за того, что богатый поклонник пригласил Леру на шашлыки. Теперь ребята в синяках, царапинах и ссадинах. Лера говорит, что это конец отношениям. Ну а Захар надеется вымолить прощение. Появились новые снимки Дарины Маркиной, которые доказывают, что девушка не так невинна и скромна, как она пытается подать себя в эфирах. Алексей Чайчиц пригласил Машу Кахно на дружеское свидание. Маше он нравится, но она считает, что в нем не хватает мужского стержня. Алексей говорит, что Маша роскошная женщина, и вполне возможно, что они будут вместе. Ксения Бородина отправляется на остров любви, она сменит на посту Катю Жужу. Ходят слухи, что Марина Африкантова покидает проект, и с 1 ноября она станет участницей нового американского шоу, на котором она все так же будет искать себе жениха. Эту информацию слила мама Марины, за что она была якобы оштрафована на 100 тысяч рублей. Майя Донцова прокомментировала сейшельскую свадьбу Лилии Читрару и Сергея Захарьяша. Она сказала, что это вынужденное и несерьезное бракосочетание. Майя же с Алексеем Купиным восприняли это событие очень серьезно, как шаг к чему-то большему. Ольга Бузова отправилась в Сочи на открытие фестиваля «Новая волна». Ну а новый 8-й трек Ольги опять за сутки оказался на 1-м месте по скачиванию. Бузова опять побила свой же рекорд. Женя Феофилактова, которая принимала участие в передаче на канале «Спас», прокомментировала поведение бывшего мужа. Она считает, что он уделяет слишком много времени своей внешности и старается поразить этим пользователей соцсетей. Он с удовольствием фотографирует на Мальдивах мышцы, в то время как она решает вопрос, в какие кружки и секции отдать сына Даниэля. Вика Романец снялась в откровенной фотосессии. Ее новые снимки очень понравились поклонникам. С Викой сравнивают новенькую участницу проекта Александру Шевченко. Она похожа на нее не только цветом волос и перекачанными губами, но и манерой одеваться. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.